Бесплатные земельные участки под огороды и жилье в Красноярске в этом году получат только 400 многодетных семей, хотя в списке нуждающихся больше 3500. Право на бесплатную землю многодетным семьям дает федеральный закон, принятый в 2008 году. Основное условие – земля должна находиться в муниципальной собственности и быть свободной от застроек. В городе таких земельных участков недостаточно, поэтому предоставить землю всем нуждающимся город не смог. Власти сейчас предлагают расширить географию и давать землю в пригороде Емельяновском, Березовском, Манском, Сухобузимском районах, а также в Сосновоборске и Дивногорске.